Спасти санатории. Речь о здравницах Молдовы и Красные Зори. Перед сессией горсовета на Думской площади пришли сразу несколько пикетов. Одесситы, активисты ряда общественных организаций и представители Укрпрофздравницы требуют от депутатов не передавать в частные руки землю санатория Красные Зори. По мнению протестующих, то, что происходит в здравнице – рейдерский захват. Отмечу, владельцем имущества считают себя одновременно Укрпрофздравница и компания Budlife Invest. Мошенническим способом продается, передается, покупается за копейки, да, и в результате это все получается, уже там строительная компания выкупает. На це майно накладений арешт і всі обмеження. Тобто ми працюємо тільки, управа Укрпрофздравниці, представники профспілок, ми працюємо тільки в правовому колі. Ми не можемо йти, вибачте, по безпреділу. Однако большинство депутатов к этому мнению не прислушалось. Решением сессии землю под Красными Зорями и Молдовой отвели частникам. Горсовет все-таки дал разрешение на разработку проектов отвода участков, на которых находятся здравницы. Хотя одни депутаты предлагали и вовсе снять этот вопрос. Другие – построить мемориальный комплекс. Там находится старинное кладбище, на котором похоронен знаменитый архитектор Юрий Дмитренко. Мы имеем на сегодняшний день отвод частные руки, а мы понимаем, что это будет очередное строительство высоток и вырубка зеленых насаждений двух санаториев. На сегодняшнем заседании совета мы дали только сгоду на разработку проекта. Естественно, все вот эти ситуации, что церковь, что кладбище будут учтены при оформлении землестроительной документации. Будет там рекреационная зона, будет необходимо пройти экспертизу и возможные памятники, управление памятников, все будет учтено.